Проливные дожди на испанских Балеарских островах затопили дороги, а также привели к эвакуациям и отмене авиарейсов. На остров Майорка направили военные подразделения по чрезвычайным ситуациям для оказания помощи. Испанское национальное метеоагентство в четверг объявило оранжевый уровень опасности во всем регионе из-за высокого риска штормов. На кадрах видно, как спасатели пытаются снять с мели застрявшие лодки на пляже острова Форментера. По данным метеорологов, худшее уже позади. Впрочем, людей по-прежнему призывают оставаться дома. Сообщается, что центр Пальма-де-Майорки пока оцеплен. Там пришлось эвакуировать десятки пассажиров поезда, который застрял из-за наводнения. Также в аэропортах Балеарских островов со среды отменили более 50 авиарейсов. «У нас был рейс на вчерашний вечер, и мы все еще ждем. Они дали нам рейс на воскресенье 18-го. То есть просто заменили рейс, но не предоставили ни отеля, ни транспорта. Они выделили по 150 евро на человека, на двоих 300. Эти деньги на отель, транспорт и еду. Но это все стоит намного дороже, поэтому мы здесь. Мы проверим другие рейсы, надеемся, что сможем добраться до любого аэропорта Германии. Таков наш план». Региональная служба экстренной помощи сообщила, что за последние сутки получила около 180 звонков об инцидентах, связанных с экстремальной погодой. 9 человек пострадали на острове Форментера в среду. Также береговая охрана спасла одного рыбака.